Уважаемый Завтра Иванович, дорогие друзья, мы приветствуем вас в Москве на нашей очередной встрече. Мы уже, по-моему, сбились со счета, в который раз мы проводим контакты и в Москве, и в Ереване, и на полях различных международных организаций. Это естественно, учитывая богатую палитру наших отношений, учитывая интенсивный политический диалог на высшем уровне. Президент встречается уже трижды, по-моему, в этом году. Готовится очередная встреча. Руководители правительств регулярно встречаются. Буквально через два дня состоится новая встреча в Санкт-Петербурге. Ну и кроме того, интенсивнейшие связи по линии регионов. Готовим третий межрегиональный форум. Так что постоянный мониторинг происходящего и главный контроль за выполнением договоренности президентов является святой обязанностью Министерства иностранных дел, и рассчитываем, что сегодня мы используем для дела такой обзор проведем, равно как и поговорим о нашем сотрудничестве в международных организациях. Поздравляем Армению с завершением очень успешного председательства в Совете Европы. Хотим продолжать наше сотрудничество в рамках ОБСЕ, ООН и, разумеется, на постсоветском пространстве, СНГ, ОДКБ, и будем активно содействовать решению всех вопросов, которые необходимо регулировать для скорейшего присоединения Армении к таможенному союзу в соответствии с принятым президентом Армении Сержем Азановичем Сарксяном решением при поддержке президента Российской Федерации. Еще раз вас приветствую. Добро пожаловать. Здравствуйте, Сергей Викторович. Чтобы не повторяться, то, что вы уже сказали, но хотел бы остановиться на следующих минутах. Во-первых, большое спасибо за дружеский прием. Как всегда, наши встречи, как вы отметили, уже сбились со счета, но они проходят регулярно. Это рабочий визит, но дает еще раз возможность обсудить ход выполнения договоренностей между руководителями наших стран. Вы совершенно правы, за последние два месяца только наши президенты имели неоднократно возможность встречаться. Это 3 сентября визит президента Армении, и в рамках саммитов ОДКБ, таможенного союза и СНГ в Сочи и в Минске. Договоренности, которые были достигнуты нашими президентами, были отражены в соответствующих декларациях 3 сентября. Это касательно решения о таможенной связи, поддержки России, решения и отдельной декларации, касающейся ряда важнейших вопросов взаимодействия, сотрудничества. Президенты отмечали, и мы по всем этим вопросам сегодня, надеюсь, пройдемся. Конечно, очень важный блок, это касающийся сотрудничества международных организаций, региональных организаций, и ООН, и ОБСЕ, и Совет Европы, и мы уже отметили ОДКБ, СНГ, таможенный союз в первую очередь. Но в том числе и ОЧС, где мы еще продолжаем председательство, и в декабре будет министерская встреча, надеюсь, вас увидеть на министерской встрече в Ереване. 12 декабря у нас интенсивно проходят консультации между министерствами иностранных дел. Только за последние месяцы 6 таких консультаций посадили в Ереване, в Москве. Они очень полезны с точки зрения координации между союзными странами, внешней политики. Так что это хорошая возможность еще раз увидеться и пройти по всем этим вопросам, в том числе обменяться мнениями по ряду региональных и международных вопросов. Так что спасибо большое за приглашение. Очень рад вас видеть. Спасибо.